Діма Глезя, нам треба обов'язково, щоб закриття тих справ проти політичних переслідувань і проти політично репресованих були паралельно, можливо, одночасно з відкриттям справ, які, скажімо, оті шокачки карасики, да, те, що у довгоносиків карась там плював на гужбу. Хто такий карась? Хто такий гужба? Ну, це взагалі не спістовими речі. Але ж він, чувак, бикує. Він просто впивається своєю власною безкарністю, карасик. Навіть якщо він одягнув ту маску, щоб її не пізнати. Ну, то ж видно, ну... Руслан, я думаю, що от, обращати внимание на столь маргінальних і незначительних персонажей смисла нету. Ну, сьогодні акцію зірвали, зареєстровану акцію. Они нам її сорвали, они нам її усилили. Надо понимать, отношения, вот есть люди, личности, да, определенные, которые имеют свою определенную позицию, и их позиция не зависит от влияния других людей. Вот ты говоришь, психиатр с пациентом. А другие, вот... Почему, допустим, мне неинтересно с ними там общение вообще? Потому что они товар. Это все равно, что я приду в магазин и буду разговаривать с арбузом. Понимаете? Либо Тарас, а если они им заплатят бабло, и они знищат... Тарас, а если они им заплатят бабло, а это не проблема, да? Придет тебе омбудсмен по правам человека и скажет, что ты людей называешь товаром, и за человеческий трафик вам еще впаяют. Некоторые продукты могут быть еще и испорченными, поэтому... Ты недооцениваешь, если этим архаровцам доплатят гроші, и они придут, не дай бог, знищать оцю всю красиву студию, монтажну, АСБ, это все перелякает наших людей, девчат, которые внизу Ньюсрум. Уявись себе ситуацию. Понимаешь, что ребята тоже понимают, что у нас есть определенные рычаги защиты, поэтому не все так просто.